Сейчас будем хранить пили. Глаза уже белые. Сгнил. Прощай, Филечка. Прощай, наш боец. Наш котик. Снимай. Тяжелый? Фу, вонюченький. Ну что сделаешь? Бедняжек. Ты что, в этом сундучке его похоронишь? Да. Почетного гражданина нашей семьи. И удобно будет потом достать. Угу. И увековечить его останки. Пошли. Пошли. Пошли, закопаем. Где его голова? Здесь или здесь? Его голова. А, здесь, то там. Вот тут, да? Куда голову положим? Сюда или туда? Солнышко? Туда, где солнце встает? Угу. Давай. Видно там, да? Угу. Кладу. Угу. Пилю. Филинг. Ну иди, брось три горстки. Три горстки земли так положено. Скажи ему что-нибудь. Вот, три горстки земли. Бросай руками, руками бросай. Раз. Два. Прощай, наш Филечка. Прощай, наш хороший котик. Ну ладно, тоже, давай закопаем. Да, еще я хотел положить тут ящичку. Совсем состарился и мы сейчас поставим здесь какой-нибудь камушек, да? Чтобы знать, что здесь похоронен фильм. Тяжелый. А? Надо тяжелый. Ты ушел к ангелу, с которым у тебя было общение. Ты нам помогал. Ты передавал нашу просьбу ангелу. Сейчас я его грабельки возьму. Я чуть-чуть начал плакать. Начал плакать. Ну, поплакать мне не вредно. Душа его отлетела, а тело осталось.
видел, сюда, стой. Сюда, чтобы я видел. Получился холодно, сейчас сделаем. И цветочек какой-то положить. Понял, ходи цветочек. Нет, знаешь, сколько надо? Нечетное количество. Либо два, либо четыре. Давай. Сделаем сейчас надгробную плиту. Вот сюда мы поставим надгробную плиту. Да? Надо что-нибудь там написать. Или не надо, мы и так будем. Чуть ошибся. Вынь цветочки. Давай. Вынь. А что? А я неправильно их поставил на могилу. Надо чуть-чуть их свести сюда. Да, ну да.
хорошо ушел с лавки. Это вам цитировали. Часть лапы должна быть лежала, а она длинно лежала. А это все вместе. Да, и это намного прижмется. Это как будто она там очень долго стоит. И я перед землей закопаю. Да, да, да. Сейчас я сделаю дырочку, подожди, ты воткнешь. Я сейчас сделаю дырочку, подожди. Тебе же так удобно здесь. Мне и так удобно.
Ну? Ну? Ну?